Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Всем привет! Наконец-то я вышел в лайвстрим. Первый раз за пару месяцев, наверное. Последний раз мы выходили, когда были во Франкфурте. Ну, в прошлом году это было, да? Сум. Всем привет. Ты смотришь меня, да? Наконец. Я смотрю, да. Вот. Роман я сидит. Отключу, подожди. Ну, подожди, на себя, поверну. Вот я. Красавчик. Ну-ка, назад. Ну-ка. Йоу. Рассказывай. Ты что за мной следишь в Инстаграме? Вот Дон Джимми, короче, лайф. А что ты меня снимаешь? А ты что смотришь, да, за мной? Почему не висячишься? Что смотришь? Подожди, мне вообще ничего не показывают. Ау, халло, Джером. Эй, Джером, мазгит. Тёма, привет. Ну-ка, люди начинают, привет. Я, Цукс. Во, у нас ещё шашлык остался. Там. Монтана мариновал сам. Лучше шашлык. Оба. Мяско. Походу, у меня интернет не очень. Он Онка говорит, привет, Джинкс. Привет, Онки, большой. Оля, привет. Как на Беларуси, все нормально? Как где дела? Дед, мне привет. Ну реально, да. Ты смотришь, слушай, ну-ка, Питер, пожалуйста. Подожди. Привет, Онки, большой. Оля, привет. Как там в Беларуси, все нормально? Как где дела? Нет, мне привет. Да, Сома, чубан, ты че? Реально, да. Смотри, смотри, курит, собака. Куда ты курил, сейчас курить? А я не курю уже полтора года, и все нормально. Скажи, год не курил, сейчас курить. Ну, не ну-ка, покажи, там что-то снимаешь. Там, короче, вообще непонятно, кто здесь. Если короче, честно, у меня вообще ничего не показывает, что я, люди пишут. Я вообще свой Инстаграм люди пишут вообще мне ничего не там. Тебе никто не пишет. Кому ты нужен, блядь? Тебе пишет. Больше я не буду выходить лайк. Никто тебе не пишет. У тебя 30 просмотров всего. Ну, если бы ты раньше бы выходил в Инстаграм, когда ты музыку делал, у тебя было бы много, бля. Пишет? Нет, я тебе говорю сейчас. Сейчас только у самых крутых рэперов, короче, есть. Зови меня Ти Фус. Ти Фейс? Ты меня снимаешь? Ну не надо меня снимать. Ну ты же вышел в Инстаграм. Ну тогда спрашивай меня, там что люди пишут. На, салам, это вы где?
мы отдыхаем тут у нас на Вере возле Касселя. На озере, короче, мы отдыхаем. Нет, на речке. Вот. Шашлычок делали нормально, сейчас вот похавали. Ну, спрашивай, да? Как дела у вас? Ну, отлично, в принципе-то. Дай ему щелбан. Ко мне? Ну, конечно, тебе, ко мне, что ли? У тебя 15% батарейки. Не страшно. А у тебя больше никто ничего не пишет, короче, никто не хочет знать о тебе ничего. Да. Да. Так, ну я тебе сейчас нормальные сразу вопросы задам, которые всегда задают. Давай, я буду отвечать. Что ты думаешь про царя, что ты думаешь про грома, и что с первым классом, и что шок-лох. Почему шок-лох? Вот так вот. Ну, по порядку давай задавай. Давай. И почему город Касель всегда раньше действовал, город Бон? Это такой вопрос, я интересуюсь. Не, реально задают такие вопросы? Конечно, спрашивают всегда. Ну, давай спрашивай. Да, ну я тебя спросил. А чё гром? Следующий вопрос. Чё? Олег, Олег наш друг, он всегда останется нашим другом. Хоть бы и как мы с ним ни отношения не были, все равно он наш друг. Потому что он город Касель. Я с Олегом, после этого я читал, честно скажу, я никогда не смотрел, не видел ничего, но я знаю, что я знаю Олега, я знаю себя, неважно, что там было в интернете, я знаю, что между нами, какой он человек, какой я человек, и мы встречаемся с ним на улице, мы живем рядом со всем. Эй, Гром, давай, привет. Все, короче, записываем MP3. Нет, привет. Там, мы разговариваем о своих личных делах и музыка, насрать на нее. Что было, то было, все, насрать. Следующий. Почему царь вас дисывает в своих лайв-видео? Да ну, дисывает? Не знаю, так написано, я не знаю. Царь, а что ты нас дисываешь? Ваня! Подожди, стой, подожди. Ваня, ты нас видишь в своих видосах? Почему? Тут так написано, не знаю. У нас какие-то были разногласия, у нас какие-то были лишние разговоры. Да не, Ваня, трещит просто. Я помню последний разговор был про Шока, Ваня меня спрашивал, ну, я тут Шоком там ВКонтакте опять там. Я ему сказал, Ваня, у вас там были разногласия, он сидел в своем Мерседесе, наверное, может, не в своем. Закрывал там в багажнике кого-то с твоей семьи. Я говорю, там музыку записывать это может быть не надо. Лишнее там вы общаетесь, это ваше дело. Я говорю, а вот по музыке это может быть лишнее. Я сейчас вижу, они там выставляют свои треки какие-то совместные. Я считаю, что это... Ну, если честно, это пиздец. Ваня. Я сам по себе сужу, если бы кто-то вот так вот выставлял какие-то видосы, я бы никогда ни одной песни совместно не записал бы. Я говорю это от себя. То, что делает царь, это его дело. Он разговаривал со мной, это было уже год назад минимум, наверное, когда мы последний раз созванивались. Он советовался, я ему посоветовал, он решил записывать с Димкой, с Шоком, с которым он был раньше нормально, там они там записывали треки, фиты, и после этого у них был биф на уровне уже мамоёбства, и опять они встретились и начали что-то там совместно делать. Честное слово, это не моё, да, вот, я бы никогда такого не сделал. У нас было... Не, говорит, Ваня нас дисывает. Не, подожди, это я не слышу. Вано, не дисывай нас, мы же друзья, братан. Я говорю, все нормально, мы же все нормально трещим. Я говорю, чисто свое мнение, у нас было с Костиком такое, что мы... У нас был биф, да, мы встретились, поговорили, и у нас все нормально стало опять. Потому что мы чисто, вот, мы лично такое не затрагивали, там, чисто вот так,
по-спортивному, да, а то, что у них было, это уже как бы чересчур. Ну, мое мнение, да, если мое мнение спрашивают, я бы не стал. Ну, Ваня, пожалуйста. Пиз, бруда. Ты же знаешь, мы всегда нормально все, а что ты... Я не говорю, что там Ваня там вот такой-то. Нет, у нас с Ваней такое, в принципе, плохого отношения не было никогда, потому что мы в последний раз созванивались, и у нас... Да ладно, что ты не сбиваешь? Не, да, Ваня не хочет с нами фичерить. Он сам и фичера не хочет записывать, бля. Давай запишем. Ваня, пожалуйста, запиши с нами фичер. Артём, ты будешь ещё фичеры записывать? С тобой, да? Не, с Вано и с Шоком вместе. С Вано нет, с Шоком, конечно. А, да, так, да? Я просто не могу никак забыть, что Шок просто... Дима, шик мен фото фон Отто. Короче. Да нет, то, что там у Вани с Шоком, это их дело. Я сказал своё мнение, то, что... У них произошло, там, видосы выставляли, там, я твою сестру или маму, не знаю, кого там заберу, багажник увезу, да, это видел просто в интернете. И для меня это просто уже граница, да, и как бы после этого я не стал бы записывать, там, помириться, это одно дело, а записывать... Ида, хватит, что ты про этом разговариваешь, все. Не спросил меня, я говорю. Кат. Короче, не, просто тут пишут, что, типа... Царь вас диссует, что он с вами треки записывать не хочет. Да мы вообще ничего больше не записываем. И мы ничего не хотим записывать. Я не слышу, что вы... И, Вано, все нормально. Завязывайся до хуйней. Я не говорю про Ваню там что-то плохого. Я говорю чисто своим мнением. Не надо там ничего. Все нормально. Ну, им сейчас надо подняться по рэпу опять. Нам-то не надо, у нас-то нормально все. У нас тут рыбалочка, тут вон удочка стоит, смотрите. Где моя удочка? Вон она, удочка моя стоит. Вот это самое круто. Не надо нам по рэпу ничего делать. Не надо нам опять записывать треки с какими-то другими рэперами, с кем мы раньше ругались, все нормально. Они с кем-то ругались? Нет. Нет. А Кассель, Кассель bleibt. Кассель ist Nummer 1. Ну покажи! Нет, там... Не, покажи, что ты? Покажи номер один. Номер один! Касселес номер один. А что там дальше? Да. Помимо Вани там и Шока, да? Это их дело, это вообще пусть делают, что хотят. Помимо этого, пиво просто. А, Артём, салам, вкусная, это Серёга накуренный. Устим, нормально, братан, эй. Мы помним тебя, ты нормально. В очках и в сланцах. Да, круто отвисали в Петропавловске. Не, о, Blackstyle, вы где на рыбалке, там, где мы были? Отвечай, прикинь, Blackstyle, в натуре мы там, где мы были. В 2016 году он сюда приезжал. Да. Серега, мы вот реально тут, где мы были, просто мы немножко пару метров дальше. Вот, отвечаю, вот так попало, что мы здесь опять же, да. Ну, мы часто выезжаем на природу, но сегодня мы здесь, где мы были, реально. Да. Это моя родина. А, знаешь, я тебе хотел сказать, Артем. А вот, хоть мы и раньше и ругались, да ругались там с другими, да, но мы все равно, а вот как были, вот кассельские, так и остались. Вот, например, что так говорит там, гром, там, что? Да я шучу, да никто не писал, я так, не, может кто-то писал, не помню. Не, Ваня, я не слышу, что он нас здесь, я слышу, что он... Не, раньше, как мы были... Хоть мы и раньше ругались между собой, но все равно. Кассель это Кассель, да? Например, Дон Громсом. Это останется навсегда. Да? Сейчас, подожди. Зарядку включу, телефон сел, подожди. Так, Роман, давай. Ой, подожди, стой. Ну что ты? Не. Не, насчет, подожди, насчет Вани назад, да? Я чисто говорю свое мнение, да? Нет. Ванька, Машка. Я вот в принципе. Ваня. Ничего не имею, вообще ничего, да? То, что он шоком записывал, его дело. Да тихо. Ваня. Мария спрашивает, ты нас что, диссуешь, говорит? Не, подожди, стой. Ну что, вернемся к этой теме назад.
Да, я вот именно против Вани ничего не имею, потому что я ничего не слышу от него такого плохого в нашу сторону. А он, наверное, именно, против да? тебя имеет. А что, да завязывайте всякую фигню говорить. Я объяснялся, что Ваня, давай там мы с тобой дружим. Давайте вы просто ничего не будете говорить сейчас. Вы вообще ничего не шарите. Вот вы разговаривали дальше, разговаривайте. Мне стало интересно. Не, просто спросили, да, я ответил, что я бы... Ты, а можно это все удалить вообще? Да, пожалуйста. Можно это все удалить вообще? Это будет всем хорошо. Не, да? Все. Вано. Не, прикинь, это лайф, да, все, там уже. Не, ну... Завтра проснемся, будем... Не, ну ты сейчас ему звонил, он трубку не берет, да? А у него этот, то ли он номер поменял. Блин. Если честно, я с классом больше общаюсь, чем с Ваней, потому что за последние два года я с классом два раза общался, с Ваней ни разу. Не, ну, Вано, мы бы тебе позвонили с тобой пообщаться просто, но у тебя, у нас нет твоего телефона. Может быть, скинь. У тебя отключенный. Скинь кличку, если хочет. Я против Вани, вот именно, честное слово, ничего не имею. А кто имеет, кто имеет? Никто не имеет вообще ничего. И вроде, мы честно, вообще против никого ничего не имеем. Даже шок, против шока уже мы дрыщим, все нормально. Вот так, мы на природе, все нормально. Касель остается каселем и все. Да, Артем? Как 100 лет, мы читали рэп назад. Больше уже не будем читать. Ты не говори, что я созвонился вот недавно. С кем? Ой, зачем говорить, да? Что... Не говори, что я там хочу в студию сходить. Не надо говорить людям. Кстати, я сейчас Сому говорю, а ты не хочешь записать со мной просто один трек? Он говорит, хочу. Ты думаешь? Так давай запишем. Он говорит, а зачем? Я говорю, просто для себя. Для себя, для людей, которые живут. Вас осталось уже, наверное, единицы, там, или там десятки, да, которые реально живут в нашей песне. Но все равно есть люди, потому что по сей день мне пишут и говорят, давай там, не давай, а вообще ждем. Вы меня перебиваете, да? Можно вообще с вами встретиться? Блин, ну что, я первый раз... Не, ну там тоже есть место вообще, наверное. У нас там палатка стоит, четырехкомнатная. Во, покажи ее. Наслать, а? Задаешь. Это а, не все. Рецепт, да? Рома, давай трек с Тёмой. Вот вопрос тебе. Да я хочу, просто он не Рома, хочет. Давай... Рома, давай трек с Тёмой. Тёма, что с проектом Anti-Alice? Back. Don't back, это comeback у тебя. Привет из-за стены. Тёма, что с проектом Anti-Alice? Тёма Монтана. А что делаете? Мы сидим сейчас... Я думаю, ты что, видишь мои вопросы или что? Да, ну конечно. Тоже так же, да? Да-да. Сидим сейчас, шашлыки жарили. Латвии назад, привет. Будут ли у Артёма фиты с айспиком? У тебя с айспиком будут фиты? Да. Да. Айспиком будет. Подожди, а что я без слов? А что я еще слышу? Для Артема фитис айспиком. Ну, это скупа. Выключи. Дон, сам. Ну, ты читай вопросы или ты убирай камеру или что? Ну, лайвстрим. Мне сейчас купаться пойду. Нет, надо сама же следить. Мария! Мария! Ты спрашивай меня, что меня там просто задают люди. С Anti-Alice, объясни, что там с Anti-Alice, с этим проектом, что? А что объяснять? У нас планы были и есть, все. Да. У нас просто времени нету на это все. Мы с Димой хорошо общаемся. Дима был на моей свадьбе дружка, свидетелем. Спрашиваешь, ну? Псом, ты что там читай все? Интересно. Че читать? Вот. Так.
Дон, как вода? У тебя лучше качество, чем у Артема. Так у меня просто же iPhone 10, а у Артема 3210 Nokia. Привет, почему так плохо слышно Тему? Артем, а что с альбомом Мозаик? Вот Кут появился, Кут опять тут. Кут, ты что здесь, столкер какой-то? Где камни, кстати, бабушка спустила. Как там камни у тебя какие-то, не знаю. Камни вышли уже. А, с почек. Привет, ребятки, ребяточки. Кут пишет. Кут, как там камни? Бабушка спрашивает. Что там с камнями? С камнями что? Я слышу. О, Антон, Антошка! Антошка мой друг, лакирщик. Антон Хорн. Пишет мне тут. Антошка, все нормально. Вот рыбачим, смотри. Удочка, видишь, где-то подожди. Сейчас. Вон удочка стоит. Уже поймали. Пару дюбелей. Ну, шашлычок поели, все нормально. Антошка, приезжай, ты же здесь недалеко. Спрашиваешь или нет? Не-не, Антошка, друг мой. Не, спрашивай. Антон Хорн. Биты нужны? Нет. Нет. Давайте альбомы в тур. Ждем в Красноярске. Кут трещит. У нас в Красноярске. Как работаете? Я слежу за вами, Кут пишет. Сом Дом, надеюсь, вы помните, как впервые приехали в Астану. Конечно, помним. Кто нам тогда помогал и встречал всем респект и салам. Спрашивай нормальные вопросы. А, ну, что мне? Вот Вася Фрайман пишет. Кутик. Вышел сегодня наконец-то. Короче, Вася Фрайман трещит над Кутом, а Кут трещит над Васей. Все, вот они. Пацаны, Ваня, новые треки слышали? Да. Я один трек. Классные треки. Так, Тёма, так ты будешь на микстейпе Айспика? Да. Да, он сказал да. Буду. Вася Фрайман спрашивает, вы где? Васёк, мы тут на Вере сидим, возле Ханмюндена недалеко. Отдыхаем. Круто, ну, здесь вообще четко. Так, Тём, помнишь, ты мне говорил в Твиттере, а выпуски клипа на трек «Легенды как пак»? Не, не помню, если честно. А где Маша? А вон лезет, смотри. Мария, все нормально? Да. Васян, братан, салам. Куц говорит Ваську. Привет, Карасука. Карасука. Это кто? Я не знаю. Шеди Марон. Сом ловит рыбу. Да, одну поймал, там в пакете лежит. Вон, видите, пакет лежит? Вон, зеленый. Вот этот. Вот там рыба лежит. Ты так. Или снимай там другое место, или мне задавай вопрос нормальный. Он и то, и то делает. Так. Что, у меня снимать время? Нет, ну все время. Все время. Что, не голодно? В Украине будешь, Артём? Буду, да. Артём будет, да. Буду. Альбом когда, Артём? Никогда. Наверное, никогда. Ну, не знаю. Как сидится, Артём? Мягко. Кут не слышал. Кого? Не знаю. Кут не слышал. Артём. Да. I speak уже сделал свой парт на фит. Да. А когда ты свой куплет напишешь? Да. Когда? Когда? Да. Артём, привет. Привет. Кут пишет, я рэп. Есть. Артём, будут ли у тебя совместные треки на альбоме «Царя»? Нет. Артём, а как у тебя дела? Хорошо. Артём, да. Привет. Да ладно, столько вопросов Артёму. Артём, да. Как клюёт? Хорошо. Артём, да. Сом. Да. Артём, да. Когда будут неизвестные треки с АМГ? А нету. Вася спрашивает. А, класс. Смотри, смотри, к тебе зарезала сам. Вася, привет. Видишь, вон. Правильно? Может, побьёт и вылетит. А тут один парень пишет, я Серёга.
которого свекла звали. Знаем такого. А, братан. Нет, не с Караганды. Как Читава. Читава в очках и в сланцах. Да, братан. Наш человек. Так. Артем, когда будут новые треки? Артем, с Ваней что-то будет? Фиты? Почему нет? Не, просто Ваня больше не хочет записывать с Дон Б. С Дон Б он больше не хочет записывать. Так, ладно. Потому что у него теперь новый партнер. Кут, привет. Слушаешь еще? Ирен. Артем, что с Басмодус? Поверни камеру на себя. Артем, Дон Рэп на века. Я даже не почувствовала, что неприятно. Артем, привет из Берлина. Привет из Кассена. Артем, какую Ирен? Кут спрашивает, какую Ирен? Сколько? Ну, тебе раньше, да? Нет, ты просто спрашиваешь, Кут, привет, слушаешь еще Ирен? А Кут спрашиваешь, какую Ирен? Так, Артем, салам. Артем, братья, зачитайте, пожалуйста. Артем, у тебя клюет. Артем, что куришь? Не курю. А я всегда любил. Реально, что ли? Да. Ага. Вася спрашивает. Бросай курить, иди рыбач. Да, сам пример брать. Васек, я-то не курю полтора года уже. Вот. Полтора года. Молодец. Так. Артем, как ты, родной? Сидим в Казахстане, в Усть-Каменогорске, смотрим на тебя. Я с удовольствием тоже в Казахстане сидел с вами. Артем, лечь. Короче, попросили не знать. Так, что там? Кут пишет. Артем, в Украину приедешь, я тебя найду. Артем, в Москву когда? Артем, как дела? Артем, когда последний подгончик? Почему последний? Артем, Сомбос. Артем, продолжили строку. Я как мороженое яблоко, меня не раскусишь. Все, забыл. Артем, салам. Я могу сказать, с какого трека это. Артем, хорошие рыбалки. Артем, сом. Артем, пьяный голос, пьяный. Пьяный Рома. Артем, а что с Калюпом? Артем, Кут в Киеве? Так, Артем, Роману привет из Нижнего Новгорода. Роман, привет. Спасибо. Артем, когда грайм ты выдашь? Грайм. Артем, ты в Касселе, нет? Кут спрашивает. Нет, я не в Касселе, Насе, я в Касселе. Телефон там, Кут звонит. А чё жужжит? Давайте это... Тут жужжит. Реально, у меня... Кут. Да чисто. Кут звонит, Кут. Я соображала уже. Чё, подожди. Она ещё в 11 вообще не соображала, что... Сом, Артём, когда Босс Модус? Ё, да, прикинь, я свою лёгкость сделала. Да. Эй! Кут, ты сейчас лайв в Инстаграме. Я беру, да. Да. Я сейчас на... Вообще кажется, что да. Ну-ка, говори. Ну, хоть, Кут, ну, хоть за все время, хоть на 2 секунды. Я охуенший рэп, нахуй, это то, что я умею. Йо-йо-йо, мадафак. Приезжай. Нет, не надо, Гуд. Ты один? Но у тебя же прав нету. Нет, с пацанами не надо, мы тут спокойно сидим. Не, один с пацаном, да не, мы тут сами сидим, мы нормально, четвером. Я вообще шпилю.
Нормально тебя, нормально тебя кинули, да? Кут! Сом заебись читает. Кут! Привет, передай Челябинску. Кому передай привет? Челябинску. Челябинску, что ты? А, передаю привет Челябинску. Спасибо. Кут, как относишься к Торку? Ты чего, спешил? Че, реально? Кута отключили, короче, Артем отключил. Равка Мора? Да, бывает, слушаем, да. Это точно ты, Артем? Не знаю. Наверное, нет. Мы сейчас Куту перезвоним. Когда в Казахстан, Артем? Ой, я надеюсь, что... Не знаю. Артем, у тебя будет фитнес-кайра?